От защиты, не лезли вперед, как в прошлый раз. Я посмотрел прошлое видео, у нас 4 игрока было на стороне соперника. Ну ничего, посмотрели видео, сделали правильные выводы, сегодня отыграли намного лучше. Жаль, не добились желаемого результата, но ничего, будем стараться, есть куда расти. Остановка сегодня, жалко нет видео, потому как бы... Но по игре было, игра была очень нервная, потому что 2-0 проигрывали, вроде вся команда бежит, типа все индивидуально, ну, хороши, но результата на поле не было. И 2-0 проигрывать, это, конечно, 2-1 мы первый тайм закончили, тяжело. И все-таки и нервы, команда нервничает, что-то там кричит. И сыграли хорошо, уже в конце забили еще один, сыграли 4-2, вообще отлично. Пусть будет всем известно, Бог дал нам победу.
Да, вот. Если бы не он, мы бы не выиграли. Точно. То на якийсь момент у грі, коли здалося, ось перелом, і ми тепер як трохи посипалися. А, посипались? Ні, не. Ну, не посипалися, а може трошки, возможно, немножко подустали, потому что после этих минут 7 уже бросались по 2-3 человека на игрока, уже просто потеряли структуру и, ну, было сложно. Ну, физику чуть надо наработать. Знаю, ну, а переломный який момент це таки був? Переломный? Да, в матчі. Коли ви ж вигравали, а потім, зрештою... Не знаю, когда при счете 2-1 в нашу пользу надо было забивать третий по пустым воротам, принимать, забивать 3-1, все, закончили этот шлиз. Ну, ничего. И справимся. Привіт вашим болівальникам. Вони одні з найбільш активних. Що ви хочете? Що ви їм хочете, які хороші слова? Отрадний лучший. Да. І отрадний победит. Спасибо, що ви болеєте. І привіт там жонам, дітям, сім'ям, хто смотрить. Жеке з Токіо, привіт, якщо смотриш. Приходи сюди. Сыграем. Якщо буде бажання, да.